Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции, друг, следующая: слабый орган мочевого пузыря. Итак, тройной обогреватель контролирует грудную и брюшную мочь, половую систему, является своеобразным иммунитетом на тонком уровне. Помните, уважаемые зрители, можно уже по тройному обогревателю по диагностике сказать, в каком состоянии иммунитет человека на тонком энергетическом уровне, который формируется на физическом уровне. Помните об этом. Итак, помните, отдаленные точки в акупунктуре всегда эффективно используются при всех заболеваниях. В данном случае, к чему я это сказал? Потому что точка ТР4 находится вот здесь, а орган мочевого пузыря находится вот здесь. И отдаленные точки являются более эффективны при тех или иных слабостях в проявлении мочевого пузыря. Ну, как всегда, традиционно слабость, слабость мочевого пузыря — это недержание мочи. Но не всегда это, скажем так, согласно восточной медицине, правда. Почему? Потому что диагностика 12 меридианов здесь обязательно. Почему, вы опять скажете, диагностика, либо спросите, вот вы уперлись всегда в диагностику? Потому что все 12 меридианов контролируют мочеполовую систему. Как у мужчин, так и у женщин. Вот в каком состоянии все эти 12 меридианов, который простирается по нашему с вами телу. И, пожалуйста, внимательно смотрите, уважаемый зритель. Я всегда не договариваю чего-то. Прошу просто, чтобы вы сами посмотрели, взглянули, как проходят внутренние каналы всех 12 меридианов. И вы убедились в том, что они контролируют мочеполовую систему. И в данном случае представьте себе, у человека эти каналы не работают. Слабые, вялые. Вследствие чего у каждого человека есть уязвимое место. Уязвимое место бьет первое всего. Это вот, допустим, уязвимое место у человека — мочевой пузырь. Если он слабый, то сразу же что? Болезнь бьет туда, либо состояние общего негативного состояния болезненного, а всего организма в целом. Вот о чем речь идет. Потому что у каждого человека свое уязвимое место. Кто-то стрессовую ситуацию перенес, у него это на сердце отражается. У кого-то на желудочно-кишечном тракте. У кого-то кашель появляется. У кого-то сонливость. У кого-то молчание, хочется уйти в молчание. Кто-то сразу залил это дело и думает, да, ну, пройдет. Вот и все. Потому у каждого человека есть свое уязвимое место. Итак, на первом месте стоит все-таки при слабости мочевого пузыря недержание мочи. И данная точка ТР4 вам в помощь и диагностика, если подтвердила слабость, вялость всех 12 меридианов и меридиана тройного обогревателя, данная точка тонизируется. Это частые стрессы, при которых человек теряет энергетику. Вот человек понервничал, попсиховал, что? Слабый, вялый, сумасшедшая резкая потеря энергетического баланса на тонком уровне. Данная точка ТР4 вам в помощь. Она поднимет вам тонус и укрепит вас сразу же мочевой пузырь, на который ударит данный стресс, не дай бог. Это банальное переохлаждение. Почему? Потому что мочевой пузырь относится к янь, а все то, что ниже пупа, это инь. Если человек не может, то есть, пустил много инь в свой, скажем так, физический мир, он ударил на тонкое, вследствие чего при охлаждении, что страдает мочевой пузырь, данная точка ТР4, тонизируется. Это тяжелые роды, либо последствия, данная точка, что тонизируется. Это гормональный сбой, частенько у женского пола бывает, данная точка ТР4, что тонизируется. Это преклонный возраст, в котором идет что? Истощение не организма, а истощение тонкой энергии, прежде всего, которая проявляется на нашем физическом теле, вследствие чего страдает что? Мочевой пузырь. Данная точка ТР4 янчи вам в помощь. Данная точка тонизируется. Но разумнее будет при тонизации данной точки что? Провести диагностику 12 меридианов и увидеть, в каком состоянии ваша мочеполовая система. Спасибо за внимание.